стоим, ждем 10 минут, никого нету. Надо получить паспорта, а никого здесь нету. Ждем. Все получили. Теперь едем домой. Giving to me, paint my life into a masterpiece. Coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. Наконец-то пришел мой заказ с Каспи-магазина. Заказывала 2 веера. Пришли они где-то за 2 дня до отъезда, прям в самый раз вовремя. И заказала детский защитный, солнцезащитный крем. И сама пользуюсь, и дети пользуются. Забегая вперед, скажу, что он вообще классный, густой, вкусный. Далее, где-то за 3 дня я полила свои цветы, потому что у нас не будет... долго мы уезжаем из страны отдыхать, и я не знаю, когда мы вернемся, поэтому решила их полить, чтобы они не засохли, пока нас нет. Мы мотаемся по делам. Я иду с этой своей сумкой, и все бабушки рассматривают в дороге мою сумку и смотрят с такой завистью на эту сумку. Раньше бабушки носили такие сумки за продуктами там, за лекарствами. Какую-то часть, которую я сейчас подготовила, надо будет еще долаживать. Тут быстренько покажу, пока время есть. Потом, может, времени не будет. Здесь вот бытовые моменты, мочалка, души помыться, туалетная бумага. Сейчас добавлю еще. Мы будем снимать квартиру, поэтому там мне надо будет своя мочалка. Мыться, влажные салфетки. Это вот я заказывала с Пиндодошки вещи. И вот эти вот пакетики у меня от них остались. Зип-пакеты как раз удобные. Кто знает, тот поймет. Складывать обувь, вещи кое-какие вот как раз удобно. Здесь у нас мини-аптека. Взяла все самое необходимое. Это вот мизин. Муж желудок болит, и он пьет. Это вот детские таблетки они пьют. Какие-то от головы, активированный уголь, вот это вот чай, который он каждый день пьет, поэтому я взяла на 3 ночи, перед сном пьет чай, я взяла его на чай с собой, это для каких-то, если поранился, поцарапался, мазь, это пантенол, если вот туда обжегся сильно. Мы едем в Ташкент, там очень жарко, поэтому на всякий случай взяла. Это вот от заложенности носа, на всякий случай. Здесь тоже по чуть-чуть взяла эти ушные палочки, бинт. Сейчас еще вату чуть-чуть доложу. На всякий случай тоже беру с собой. Это что у нас? Полисорб обязательно. Отравление, аллергия, понос. Не буду, в общем, перечислять. Тоже нужная вещь. Так, это мой дезодорант. Это крем, солнцезащитный крем детский. Детям взяла. У меня есть свой, но я буду тоже нет-нет пользоваться. Так, что у нас здесь для волос? Резинку возьму с собой. И вот такой крабик. Расческа моя любимая, мне ее подарили. Так, здесь у меня
косметичка моя, декоративная косметика. Это я набрала, у меня был такой бутылечек, я набрала воды. Буду гулять, типа термоводичка. Буду гулять, буду брызгаться. Бахтияр надо мной смеется, но я говорю, что ты у меня еще будешь умолять, чтобы я тебя побрызгала немножко. Так, здесь тоже вот эти взяла, на всякий случай пригодятся. Мы едем на своей машине, поэтому где-то что-то вдруг пригодится. Это вот мне Инешка дала мыло. Я не знаю, где она их взяла. Такое мини-мыло. Это мы берем тоже в дорогу. Руки мыть такие маленькие. И вот такие миниатюрки она мне дала. Здесь шампуни, гели для душа. Ну, мы еще, конечно, с собой возьмем побольше. Полноразмерные. Это такие пробнички, тоже возьмем. Это набор мужа, это его крем любимый, это его духи, дезодорант, это его, короче, косметичка. Это пробнички. Здесь у нас все самое важное, документы, паспорта, деньги, все лежат здесь. Какие там по мелочи, и еще деньги мы берем с собой онлайн, потому что у них вроде бы как карточка Каспи поддерживает. В Ташкенте. Это я косметичку взяла. Сейчас сюда буду тоже ложить зубные щетки, гигиену всю сюда, наверное, сложу. Так, здесь это мой утюжок. Я его никогда не оставляю. Вот такой себе заказала на Каспи. Вот, вы видели, как я открывала распаковку. Получается, вот это. И вот это я заказала на Каспи. Красивая какая, знаете. Нравится очень. Вот, еще вещи буду собирать сейчас, короче, зарядки, потом полотенце в дорогу, в машине полотенце нам понадобится, мы будем останавливаться, перекусить, еду берем с собой в дороге. Короче, у нас дорожное путешествие в Ташкент. Мало того, что я собирала в дорогу вещи, какие-то мыльно-рыльные предметы, я убирала дома, готовила кушать в дорогу. В общем, ночью нам надо уезжать, поэтому все в днем, в один день я начала и дом убирать, и кушать варить, и вещи собирать, какие-то вещи на отдых, какие-то вещи в дорогу. В общем, дорога тоже занимает у нас 1.5-2 дня. Все купались, собирались, в общем, так. Ну что ж, день X настал, 4 утра, и мы выехали в путь отдыхать. Спасибо всем за внимание, ждите большой влог с нашего отдыха. Всем пока!